прочли? Прочел. Заметили кое-что знакомое или нет? Ну, конечно. Когда написали? Так и знал, что спросите. Это не лишено смысла, да? Если двое пишут одно и то же, надо выяснить, кто из них первый. Вы согласны? Я не буду спорить. Думаю, поэтому я и притащил тебя. Давай. Джонни Депп! Он был опубликован в июне 95-го в журнале. Неудача мистер Шутра обошел вас на 2 года. Если это мой бедатный друг, я стою за мне. Это ложь! Нет, не ложь! Вы докажите! Я не обязан этого делать. Отыщите сами детективы, мистика и фантастика. Июнь, год 95-й. А где я его возьму, этот ваш журнал? Это думать вам. Так мне что, поехать к вам? И конца не будет, покуда один из нас не сдохнет. Не дергайтесь, это сигарета.